В сегодняшнем видео мы с вами зашли в пиццерию, но это была не обычная пиццерия. И в этой пиццерии работает очень опасный убийца, которого зовут Папа Пицца. И сегодня мы с вами попробуем от него убежать, это будет очень интересно. Так что, ребята, приятного просмотра. Ребят, всем привет, вы на канале Smile Freddy. И сегодня мы с вами будем убегать из злобной Папа Пиццерии. Ну что, ребята, давайте будем с вами начинать. Я еще такую пиццерию ни разу не видел, ребят, перед просмотром, конечно же, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. А я, ребята, попробую отсюда сбежать. Смотрите. Лучше вернись обратно, не иди вперед. А мы давайте с вами пойдем и посмотрим, что же это у нас за пиццерия такая, ребята. Так, спускаемся. И ты, бойся. Дум. Офигеть. А что это такое, кости, что ли? Это мясо, кости, смотрите, ребят. Капец. Что происходит? А до меня достанет или нет? Нет, до меня не достают. Смотри, чё. Офигеть. Вернись назад сейчас же. Ого. Это что такое? Там за нами никто не идет. А я могу вот так аккуратненько? Да, ребят, могу вот так аккуратненько пройти. Это капканы. Не нужно их очень и очень аккуратно проходить. Так, вот так, все отлично. О, я тебя вижу. Я слежу за тобой. Кто это? Ты дурак, что ли? Офигеть! Жесть! Откуда он появился? Надо бежать вот по пицце, наверное. Бежит за мной прям! Он сзади меня! Он сзади меня! Я прыгнул! Офигеть! Он прям за мной шел! Так. Идем дальше. Тут, в принципе, все понятно. Ага, и он нам показывает вот сюда путь. Окей. Мы сейчас с вами пройдем. Интересно, а насколько сложно? Это такая, знаете, мини-оби-история. Let's go выше. Дед, конечно, он меня напугал. Это он. Смотри, он следит за мной. Здорово. А ты страшный. А ты очень страшный, Папа Пицца. Ладно, я валю от тебя. О! Тут пауки. Офигеть, смотрите, все за... А я хочу спасти вас. А я их никак не спасти. Нифига себе! Так, окей, ребята, ладно, надо в паутину вообще не попадаться, да? Так, ладно. Попробуем не попадаться. Так, а тут-то как? А тут-то как? Я могу лечь? Я лечь не могу. А, ну тут паутина сверху, которая пофиг, да? Так. Так, а тут чего? Просто вперед идти надо? Упал! Офигеть, я испугался! Я думал, все, конец. Так, тут что? Тут сейчас будет, походу. А, тут на... Подожди, надо вот на эти штуки не наступать, наверное, да? Так, так. Отлично, ребята. Пока идем, в принципе, неплохо. Тут у нас какая-то лестница, смотрите. Блин, так классно все сделано. Слушайте! Я упал. Я разбился. Ладно. Ничего страшного. У нас есть вторая попытка. Так, поп-ытка. Так, так. Ага. Ну, тут, в принципе, я думаю, у нас не возникнет проблем. Если я, конечно, не захочу просто так взять и сорваться. Так. Что у нас дальше? Что у нас дальше? А насколько высоко нам прыгать-то? Так, вот. Ага, вот. Мы с вами пришли сюда. Что это такое? Ого. Ребят, слушайте, тут такие звуки еще. Страшные. Ладно, ничего страшного, в принципе, нет. Ап, ап, ап. Наверх, наверх, наверх. Поднимаемся. И... Он здесь. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Опять он где-то. Ты что меня так пугаешь, дебил? Капец ты. У него такой смех еще вонючий. Блин. Напугал меня. Откуда он пошел вот? Ага, он оттуда идет откуда-то.
Я убегу от тебя, вонючка. Залазь! О, залез! Нормально. Вон там девочки какие-то. Девочки, привет! Можно с вами дружить? Ага, это я к девочкам каким-то пришел, да? Так, а тут что, тут лазеры? Да, девочки, лазеры, привет! Ой, ногу сломал. Ну, почти. Ой, какая-то девочка попалась в лазер. Так, девочки, подождите меня, я хочу с вами. С вами будет не страшно, нифига тут что творится. Ого, что я сделал со скелябриком. Скелябрики, скелябрики. Так, что дальше, куда, куда, куда? Вон там дверь, только туда она надо, да? Ну-ка, открывайся. Нет, не туда. А куда тогда? Тут, наверное, надо что-то активировать. Я так думаю, или нет? Девочки, куда лезете? Так, что тут написано? Find the crowbar. Ну-ка, ну-ка. Может быть, надо какого-то скелябрика, наверное, потянуть надо. Ну-ка, давай еще попробуем. Надо всех скелябриков потрогать. Ну-ка, потрогайте всех скелябриков. Или потянуть за какого-то, наверное, надо. Хотя я не уверен. А где я достану? Там написано, что нужна это... лом нужен. А лом-то где взять-то? Где лом взять? Нас заперли, мы сейчас замерзнем нафиг. Так, а тут залезть можно как-нибудь? Так, 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 не вижу. Ой, что с скелябриком? Смотри, он завис. И вот этого тоже сейчас мы зависнем. Смотрите, что они происходят-то. Как туда пройти? Ну окей, давайте попробуем сделать ресет, ребята. Посмотрим, может быть, поможет. Так, где мы? Ага, мы с вами появились снова здесь, да? Найти кровь. А где я его найду-то, а? Может быть, у какой-то девочки уже есть он просто. А где я достану тут лом? Объясните мне, пожалуйста. А может быть, мы можем его купить, например, вот здесь? Это что такое? Это лом? Нет, может быть, лом? Нет, это сабля. Лом, ребята, мы с вами здесь купить, походу, тоже не можем, да? Странно. Так, ну что, я здесь остался один, да? Давайте посмотрим. Больше мне никто здесь ничего не мешает, да? Лома я здесь не вижу. Но он должен быть где-то. Найти лом. Где он может быть? Может быть, вот у этого он, а он завис. Может быть и такое, ребят. Может быть, я баг какой-то словил. А может быть и не словил. Кто его знает? Ребят, я, в общем, перезашел. И давайте посмотрим. Я еще раз. О, вот, лом нашел. Дай лом. Вот, у него лом, ребят. Ну-ка, дай-ка. Вот, все, теперь у меня есть лом. Отлично. Вот так. Открываем дверь. Реально, он был забагованный, ребят. Офигеть. Хорошо, что я перезашел и по новой, считай, прошел. Окей. Погнали дальше. Посмотрим, что у нас там выше сейчас будет. Ха-ха-ха-ха. А вот, конечно, не задача, ребята. Не повезло мне и забаговался у нас скелет, у которого был лом. Ну ладно, что поделать, ребята, мы с вами нашли этот лом теперь и движемся дальше. Ничего себе, нифига себе, там как высоко. Пока, ребята, все окей. Ага, вот. Тут такие штуки. Я понял. Подожди, надо на открытие, наверное, да? Ну-ка. Нет, подожди-ка. Надо, подожди, сейчас посмотрим. Так, они закрываются, так. Обе. Сейчас как? Ага. Сейчас. А, подожди, надо наверх прыгнуть, что ли? Подожди-ка, я не понял. Ха-ха, нифига себе. Ну-ка. Сейчас, вот. И, нет, ну-ка. Ага, теперь они нормально открываются. И типа, окей. Так. И, вперед. Отлично, все, ребята, погнали дальше. Тут у нас что такое? О, офигеть. Я задержался. Я задержался, но нормально. Ребят, окей, в принципе, я думаю, мы здесь по этим трубам справимся. В самом конце упал. Капец, как это произошло вообще? О, подожди, а я сохранился. Ну-ка, а если я вот так? Она двигается. Это какая-то беговая дорожка. Так, ладно, давай погнали. Так, окей. Ах ты ж как тяжело бежать-то. Так, так, выше, выше. Тут сейчас эти еще вот так предметы мешают. Так.
Все-таки свалился, ребят. Офигеть. О, о, где? А, я думал, меня опять сохранило. Так, подожди. Так, отлично. Так, хорошо. Здесь проходим дальше. Хорошо, хорошо. Ой, сколько голов-то падает. Капец, ребят, это все головы людей же. Так, отлично, идем дальше. А, меня тут кто-то сопровождает. Hop on. Че? Я не хочу, я хочу туда. А! Меня закрыло. Подожди, это типа лифта, что ли? Офигеть, смотри, куда меня отправляет. В лаву. Так. Ай! А? Ладно, окей. Ну, я почти долетел. Найс, нормуль. Так, что у нас тут дальше? Это лава, ребят. Мы через лаву прыгаем. Давайте попробуем, посмотрим. Что у нас тут? Лесенка какая-то, да? Ага. Надо с другой стороны. Надо с другой стороны, ребята, вот так. Оп, отлично. Тут у нас маленькая такая штучка. И тут лесенка. Офигеть, вот это пиццерия, да, жесткая. Тут он нам что-то пишет еще. Так. 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 Оп. 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 Оп-оп-оп. Выход. Ой, а мне кажется, это... Да ладно, выход? Это выход из пиццерии. Ран, а куда бежать? А, вот туда, в лес. Run home. О, опять он где-то. Только где он? Ага, это он? А, вот он. Куда бежать-то, только мне непонятно куда. Ладно. Давайте посмотрим, а куда надо бежать? Run, 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 run. Я типа бегу. Только неизвестно куда. Вон он, я его вижу. По краешку побегу. Вот так. Куда? А! Есть! Я сбежал! Я сбежал? Походу, да, ребята. Этот побег удался? Я буду кататься на качельке! У-у-у! Все, что ли? Я победил? Я победитель? Ну-ка. Да, ребята, я прошел эту игру, а это следующая игра от этих же разработчиков, только как история ниндзя. Ребят, если вы хотите посмотреть на эту историю ниндзя, обязательно пишите об этом в комментарии, мы с вами поиграем в эту игру. Всем, ребята, удачи и до новых встреч. Пока-пока.